как правильно оценить опасность? Как же это можно оценить? Вот как понять, когда опасно, а когда нет? Ну тут, я думаю, надо пример приводить. Да. Причем такие распространенные. Ну да, да. То есть есть же какие-то такие типичные случаи, ну, по крайней мере. Типа там тех же деревьев, по которым там по некоторым, ну, один, например, спокойно лазит, ему нормально, а другому будет не под силу просто. Или там с крыши вот прыгнуть. Одному человеку там одна высота нормально, а другому это будет опасно. Ты прыгать вон можно по-разному. Ну да, да. Можно же так прыгнуть, что все себя отшибить, понимаешь? Ну вот этот момент по поводу оценить опасность, мне кажется, важным об этом сказать. Еще, я думаю, важно сказать, что, ну там, если в месте обитания ребенка есть какие-то специфические опасности, о которых я, например, вот не в курсе, они есть. Родители-то, наверное, знают, что это существует. То, ну, попроси родителей, да, сказать, как себя с этим вести. Именно так, чтобы это повышало компетентность ребенка в окружающем мире. Не с целью, там, чтобы его это запугивало, понимаешь? Вот. А что я хочу как раз как-то вот объяснить детям, написать, что даже вот какие-то опасные вещи, если знать, как с ними правильно обращаться, они вообще, говорят, становятся менее опасными.